Ребята, сейчас как-то вот на плаву вот эта тема. 6 человек имеют 4-е места. Это очень большое достижение. Где-то там на 2 балла не хватило. В 2005 году мы открыли Малую сельскую хозяйственную академию при Дальгау. Академия успешно работала, и мы готовили кадры для поступления в Дальневосточный государственный университет. И те ребята, которые прошли эту Малую сельскохозяйственную академию, были самыми и есть самыми лучшими студентами. Так ты с какой работы поехал? С перепелками ездил. Ну, мы исследовали, какой рацион для них лучше, чистое зерно или размол зерносмеси. Какое лучше оказалось? Размол зерносмеси лучший. Почему? А чем лучше? Он питательнее. Упущенная прибыль 650 рублей, а экономическая выгода около 2000. Что закрыто?